Друзья, всем привет! Сегодня 24 января. Дома не сидится, в Петербурге зимы нет. Поехали на поиски зимы в Карелию. Приехали, и вот здесь, как видите, есть уже и снег, и мороз. Приехал со своим корешем, с Лёхой. Будем искать. Первый день, всего мы будем 3 дня здесь. Поездим по разным озерам в округе, их здесь благо много. Лед обалденный, где-то примерно 25-30 сантиметров, монолит. Будем пробовать, на озере никого нет, только мы одни. Все в наших руках, будем пробовать, посмотрим, что поймается. Вот пробурили первую лунку. Лед, как я и говорил, 25-30 сантиметров. Сейчас за приезд немножко отметим и начнем пороть, начнем жестко пороть окуня. Нашли пятак с рыбой. Рыба тут, правда, мелкая вся, в глазах такая, ловится. Самая раздачная лунка пока у Лёхи была. Сколько, Лёх, 9 штук? 8 штук с дырки. Вот. Клюет уверенно, яростно. Самая ходовая блесна на сегодняшний день пока КТ-36. На балансиры тоже поклевывает, но как-то так. 1 штучка, 2 штучки с лунки, и все. Сейчас вот здесь протока. Это озеро маленькое. И протока в большое озеро, и вот как бы пятак перед этой протокой, и вот здесь вроде как зацепились за рыбку, будем пробовать ее здесь поймать. Короче, Лёха оторвал свою котешку сейчас. Ну как оторвал? Отвязалась и уплыла. Хорошая блесна была, дала ему 2 раздачи с лунки. Пусть и листое дно будет ей пухом. Царство ей небесное. Царство ей небесное. Точнее, подводное. Подводное, да. Не чокаясь. За коты. За коты. Это чай, не подумайте. Смотри, глаза на маропедку 60. Маропедка 60 миллиметров, большая толстая капля, ладожская блесна, и вот такие вот глаза на это дело клюют. Это вообще какой-то трэш. Oh, yes. Лёх, кабанчик попался. Кабан? Ага. Хороший. Хороший. Ну все, мы закончили денек. Первый день закончился. Очень много мелкого окуня. Там от 5 грамм, да, до 50. Угу. Ну, такие до 100 грамм проскакивали. И сейчас покажу. Более-менее нормальных забрали. Вот. С 3 часов примерно, да, рыбу выключила. Выключилась полностью. Вообще. Да, с 3 часов вообще все. И мелкие, и крупненькие все выключились напрочь. Вот. Ну, сейчас покажу, чего поймали. Ну вот, вот таких вот мы взяли с собой 6 штучек. Да, прямо скажем, немного, но первый раз, ничего не знаем, все искали методом проб и ошибок, методом тыка. Вот, неплохих таких с собой заберем. Вот, ну, как-то так. Завтра мы поедем на Пя озеро, это 10 километров отсюда, с хозяином дома, который мы снимаем. Вот поедем с ними, у него мотособака, большие сани, буханка. Завтра с ним поедем, он там какие-то места знает, сказал, покажет, отвезет. Ну, соответственно, посмотрим, все увидите. Все, давайте, увидимся в следующей серии, пока.